Их выступление – это всегда настоящий праздник танца. Хореографический ансамбль «Волна» – образцовый детский коллектив Московской области. Радует зрителей программой своего отчетного концерта на сцене Центрального дворца культуры. Искусство движения, шоу, разнообразие танцевальных жанров и каждый номер коллектива – целая история, которую артисты передают зрителю своей хореографией. Рассказывают на языке танца – народного, классического, современного. Тебе не изранить. Я вытрясла душу в иную комнату, о Господи, дай мне короткую память. Тебя хоть там любят? Сегодня в коллективе занимаются более 180 человек. Самые юные артисты еще дошколята, но уже уверенно держатся на сцене. Они, конечно, равняются на тех ребят, кто уже добился многого в хореографии благодаря своим педагогам, наставникам, руководителям ансамбля – Татьяне Прониной, Руслану и Наталье Аскеровым. «Волна» – лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов. Носит звание образцового детского коллектива Московской области. За каждым выступлением, каждой постановкой стоит долгий и упорный труд педагогов и ребят. В этом учебном году ансамбль пополнил коллекцию трофеев школы искусств имени Розума очередными конкурсными победами. Очень продуктивно. У нас было очень много конкурсов международных, всероссийских. Мы сами проводили конкурс. И у нас детки занимали очень хорошие места, гран-при, первые места. Вот мы только что были в Волгограде, привезли гран-при и 6 дипломов первой степени. Это был международный конкурс «Весна Победы». В этом нету, родной мой, нету. Просто творят чудеса, просто замечательно. Настолько все слажено, все поставлено. У меня дочка сейчас будет выступать, она давно занимается уже в этом творческом коллективе. Постоянно ходим на концерты, получаем ряд положительных эмоций. Отчетный концерт – событие для коллектива и, конечно, родителей ребят, самых преданных зрителей, которые всегда поддерживают шумными аплодисментами юных танцоров. И на этот раз каждый номер сопровождали бурные, неутихающие овации. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.